суток, дорогие друзья. С вами Роман Парфенюк и канал «Все о монетах». Друзья, сегодня я вам хочу показать монету, которую сегодня я получил посылочкой от Петра Левчук. Я приобрел ее на аукционе в Фейсбуке «Аукцион Украина». Это монета Украины номиналом 2 гривны. Богдан Ханенко. На аверсе монеты размещен вверху малый герб Украины, по кругу надпись 2019 Украина. Реверс монеты изображена следующая композиция. Руки символически держат стилизованную цветную картину. Здесь использована темпопечать. Друзья, ну вкратце, кратенькая история, кому посвящена эта данная монета. Посвящена представителю известного казацкого старшинского рода, коллекционеру, меценату, предпринимателю, общественному деятелю, который имел авторитет в финансовых и промышленных кругах и был заметной фигурой в деловой и общественной жизни Киева. Богдану Ивановичу Ханенко. Делом жизни Богдана Ханенко стало коллекционирование. Вместе с женой Варварой Николаевной он сделал значительный вклад в культурное наследие Украины. Более 40 лет Богдан и Варвара Ханенко собирали уникальные произведения мирового искусства и стали основателями музея, носящего их имя. О самой монете, ребят. Дата выпуска этой монеты 17 января 2019 года, номинал 2 гривны, металл, из которого выполнена данная монета, Нейзильбер, масса 12,8 грамма, диаметр 31 миллиметр, тираж 35 тысяч штук. Вот, ребят, буду ждать ваших комментариев, спасибо вам огромное, что смотрите мой канал. Сейчас мы поместим эту монетку в витрину. Эта витрина у меня под 2-гривневые монеты Украины. Осталось совсем немного. Вот монетка на базе. Спасибо за внимание, ребят. С вами был Роман Парфенюк и канал «Все о монетах». Всего доброго, друзья.